Сфера авиации нашей страны пополнилась молодыми кадрами. В военном институте сил воздушной обороны имени Бигельдинова, что в Актобе, состоялся 25-й выпуск офицеров-авиаторов. Со знаменательным событием выпускников поздравил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов. Завершилось мероприятие по традиции первым офицерским вальсом и торжественным маршем с монетным дождем. Отмечу, всего ВУЗ в этом году выпустил более 70 специалистов. Среди них трое граждан Таджикистана. Все они уже трудоустроены. Сегодня выдающийся день именно для меня, для моей семьи. Я надеюсь, они все мной гордятся. 7 лет, плюс еще военная школа, 12 лет в Берце я отдал, чтобы получить эти заветные погоны лейтенантские. Направляю в Талдыкорган, потому что там основная база навесших самолетов.